Ну и сегодня мы, друзья, проведем эксперимент, какая кошмарная буква алфавит лора прыгнет дальше всех. Интересно, кто же прыгнет дальше? Ну и первая кошмарная «Эй». Если что, кошмарные буквы прыгают очень-очень далеко, и кошмарная «Эй» перепрыгивает половину карты. Следующая кошмарная «Би». И кошмарная «Би» перепрыгивает кошмарную «Эй». Следующая у нас катится кошмарная «Си». И кошмарная «Си» приземляется между «Эй» и «Би». Окей, следующая кошмарная «Ди». И «Ди» прыгает на уровне «Би». Следующая кошмарная «И». И она перелетает и «Ди», и «Би». Ну и наконец-то кошмарная «Ф». Кошмарная «Ф» очень-очень высоко прыгает. Интересно, как далеко она долетит. Прыжок был очень высокий, но не в длину. Поэтому она приземляется между «Си» и «И». Ну и сегодня побеждает кошмарная «И». Она прыгнула дальше всех. Потом у нас идет кошмарная «Ди», и вместе с ней кошмарная «Би». И на третьем месте кошмарная «Ф». Не забудьте, друзья, подписаться на канал и поставить лайк.